Какие-то нехорошие люди распустили слух, что у нас в православии нет кекса. Ну что за бред? Как-то нет кекса? Вот кекс. Мы православные, и у нас есть кекс. И он сладкий. Ну, православие большое, разнообразное. Лично у нас в православии кекс есть. Ну, у кого-то другого, может быть, действительно кекса нет, зато есть дети. А у нас детей нет, но есть кекс.